офицеры, уважаемые гости, позвольте от лица всех родителей, друзей, подруг и родственников наших выпускников поздравить всех присутствующих с успешным завершением процесса обучения и с присвоением вчерашним курсантам высокого воинского звания лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации. Благодарность хочу от лица родителей выразить команду преподавательскому составу, офицерам и гражданским преподавателям за их повседневный титанический труд, в результате которого наши предприятия, воинские части, боевые корабли получат грамотных, высокообразованных инженеров и командиров. Дорогие выпускники, товарищи офицеры, с этого момента у вас начинается новый этап вашей карьеры, новая работа, новые города, новая жизнь. Вы станете продолжателем славных вековых традиций русской, советской, российской армии. Помните о своей ответственности, гордитесь своей высокой миссией. От вас, от принятых вами решений, будут зависеть жизни людей, обороноспособность нашего государства и эффективность российской экономики. Ну а сегодня у нас праздник, и мы с радостью и гордостью смотрим на наших сыновей, блестящих офицеров, умных и красивых. Желаем вам успехов, семейного благополучия, здоровья вам и вашим близким. Добрый путь!